Добрый день, дорогие друзья! Всех приветствую, Томская область. С вами ведущий Влад. Вчера или позавчера посмотрел саратовских девчонок строгих. И вы знаете, так вот подумал, ну что до себя показывать? А стоит мне сходить в гости к другому человеку? Ну я общаюсь с кем? Я общаюсь с такими же людьми, как и я. То есть мне незачем идти к предпринимателю, к торгашу и показывать его прилавки, заваленные товаром. Это неинтересно, может каждый посмотреть. А я пришел к тому человеку, который занимается тем же, чем и я. То есть пословица гласит такова. Скажи, кто твой друг, я скажу, кто ты. Значит, ну вот это вот Сергей, значит, наш давнишний клиент. Я практически никому молоко не вожу, но только ему. Он берет у нас не только молоко, значит, ну и сено берет. И, соответственно, я от него, его клиент. Если ему привез молоко, то он мне, значит, покажи, значит, изготовил такой стульчик. Стульчик, ну, здесь можно и сидеть корову доить, значит, а мы повезем там деду-пенсионеру в горы. Стоит всего 300 рублей. Качество работы идеально. Единственное, что вот, нам надо будет его это... покрасить. Да, не покрасить, а антикор сделать. Ну ладно, это все отступление. Сейчас мы сходим к Сергею и посмотрим, значит, его ящики. То есть не ящики, а шкафы с перепелками. Посмотрим, как они содержатся, габариты и количество. Расскажешь. А потом, значит, девчонкам понравится, они с нами свяжутся и это сам, значит, решат этот вопрос. Молоко забирай. А этот... Сейчас мы пройдем через рабочее его место, через столярный цех. И, значит, в отдельное помещение, где у него содержатся перепелки. Туда, значит, давай и на свет. Значит, вот ящик с перепелками. Ничего здесь не готовились, ничего не делали. Все показано, все как оно есть. Значит, высота ящика. То есть, ну... Ну, это 5 секций здесь. 180. 180 высота, ширина. Максимальная ширина занимает. 50. Да. Ну, 60. Вот по нижнему 60. А по верхнему 45. Да. Сделано не с уклоном, чтобы яйцо выкатывалось. Да. Места занимает очень мало. Да, здесь находится 150 штук перепелок. Сверху и внизу показываю. Вот это сам же изготавливал, да? Сам. Ну, а технологию это где-то подсмотрел или ну, сам, да, сам дошел? Подсмотрел. Подсмотрел, конечно, в интернете. Да. Вот молоденькие перепелочки вывели сюда. Значит, в каждой, значит, тут сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, шесть этажей. Значит, в каждом этаже примерно? Примерно от 25 до 40 штук. Вот в нижних там до 40, угу. Здесь 25-30. Вот это он, кормушка. Кормушка. А поилка? Поилка вот. А, ну с той стороны сейчас подъем посмотрим. Вот. А это? Это здесь у них там. Поилки вот сбоку. Да. Они, в общем, голову туда засовывают и, значит, и пьют. Да. Здесь едят, ага. Сюда яйцо выкатывается. Транспортировать их можно в таком положении? Можно. Да. А маточное поголовье у тебя есть? Если закажут это самый ящик, и сюда штук 10 кладем посадить. Но сейчас по породе. Какая порода? У меня вот, ну, вот эти вот фараоны, вот это вот, а это техасцы. Ну, были манжурцы еще, их что-то перевел я. А, значит, производительность какая? Значит, ну, яйцо в день конкретно, яйцо в день. От каждой? Да, от каждой. Яйцо в день. Ну, это что, они голенькие, это петушки. Ну, это понятно, это ничего страшного. Здесь тепло в столярке, все. А на улице они жить не смогут? Нет, только в тепло. Теплое помещение? Конечно. Ну, я запаха особого не чувствую. Ну нормально, от бройлеров... Я сегодня не почистил, а так каждое утро чищу, некогда это. От бройлеров запаха гораздо больше. Покажи, чем кормишь. Ну, кормлю, вот корм специальный. Показывай. Для них. Вот, для перепелок. А, для перепелок специальный, да. Корм покупаешь, да? Ну и сам подмешиваю, там беру вот марьяновский, чей-то комбикорм. Ну, здесь молодняк у тебя, да? Здесь это вчера вот они вывелись.
Выводится тоже хорошо. 15 дней. Маленькие такие. Вот в простых инкубаторах выводится. Сразу рекламу сделаем инкубатором. Нет, значит, нам только это, только тебя нужно посмотреть что-то. Так, что ты же еще хотел сказать? Значит, еще раз. Так а ты молодняк тоже продаешь? Ну да. Это уже купит его. А, уже заказы. Уже заказы. Да. Ну вот, видишь, как хорошо. Заказы идут. Но у нас... Сейчас мы тебе рекламу сделаем. У нас получается в райцентре... Уже 300 штук уже заказано. Ну, вот у нас в райцентре держать скотину очень тяжело. Хотя мы вот на окраине находимся. Вроде как можно их держать, но очень дорого косить негде. И с сеном большие проблемы. А с выпасами, значит, скотины мало, и пасти коров очень дорого получается. Поэтому вот у каждого специализация, значит, среди какого года? Я 61-го. 61-го? Ну, это не тяжело и посильно, а женщины справятся без проблем. Да без проблем, вообще. Да. И места мало занимает вообще, как хорошо. Но места вообще мало. Отдельная комната и все. Ящички делаю просто отдельно, вот просто одну секцию делаю. Делаю напополам маленькие секции. Но они у меня есть, вот, если надо. Готовые есть уже, да? Есть. Вот готовые, пойдем посмотрим. Сейчас мы тебе рекламу сделаем, тебе отбоя не будет. Вот столярка, ага. Полярочка улья нам доделывать, пойдем. Вот сейчас опять помидоры тут надо не подготовить. Вот они, ящички. Ага. Специально. Это сюда на 10-12, ну на 15, от 10 до 15 штук здесь могут держаться. Вот сюда водичка ставится, пьется. Ну здесь как обычно сюда вот дверка открывается вот так. Ценник скажи, так, габариты. Габариты можно посмотреть. Нет, небольшие габариты здесь. Но это для начинающих. Да. 40 на 40. Количество габарит. Сколько туда входит перепелочек? Вот здесь 15 штук. От 10 до 15 штук. Ну и двойные делаются еще вот так тут. Ну. Две вместе. Ну это, в принципе, можно заказать. Да, вот можно вот заказать. Маточное поголовье, значит, или молодняк, можно спокойно молодняк, транспортировать, да. И везти. Здесь можно возить. И единственное, что могут возникнуть проблемы с этими, с ветеринарными разрешениями, с одного региона в другой. Или это... Я не знаю, а какие проблемы могут быть? Справка берется, и все так же, как и на все. Ну, наверное. Что здоровое хозяйство. Ну, отходи назад, я сейчас закончу. Это, кролика одного хотя бы можешь показать? Елена, кролик я оставим на вторую серию. На другой. На кролики не знаю. Давай потом. Ну ладно. Значит, насчет кроликов. Кому будет интересно, у человека тоже кролики, значит, тоже непростые. Бараны там или там. Фландеры, немецкий ризин. Ну, то, если кому интересно будет насчет кроликов, также скажете, значит, и сходим, посмотрим кроликов. Ладно, кому интересно было, ставьте лайки, подписывайтесь, спрашивайте. Ладно, пока.